Привет, меня зовут Ирина. Я хочу помочь тебе воспитать твою собаку. Неважно, это щенок или уже взрослая собака, мы вместе воспитаем из нее человека. Почему я так говорю? Японские ученые пришли к выводу, что при общении с домашними животными у нас выделяется такой же гормон, как и при общении с детьми. Именно поэтому мы так очеловечиваем наши отношения. Именно поэтому мы разочаровываемся, ведь ожидаем от них умных поступков. Поэтому, если мы вместе возьмемся за воспитание твоей собаки, разочарование станет гораздо меньше. Смотри мой канал и учись вместе со мной. Со мной ты уже знаком, а это моя собака, мой щенок немецкой овчарки, ее зовут Бейлис. На ней я покажу тебе подходы к воспитанию собак, правильные привычки, как им привить в отношении питания, как правильно гулять с собакой, как исправлять и корректировать ее поведение. Поэтому знакомься, Бейлис будет расти на твоих глазах, и вместе мы воспитаем из нее человека. Моей Бейлис 3 месяца. Она еще совсем щенок. Но чем раньше заниматься воспитанием своей собаки, тем лучше. Хотя некоторые говорят, критики, что нужно ждать с 5-6 месяцев. Но кто раньше начнет, тот быстрее получит результат. Моя Бейлис уже многое умеет. Но есть еще то, чему нам надо научиться. Вместе мы покажем тебе, как это осуществить. Хочешь купить щенка и не знаешь, как выбрать? Я расскажу тебе, как правильно выбрать щенка.